Приветствую, комрады, приветствую YouTube. Вот Макс, вот Антоха. Опа, Антоха законспирировался уже. Короче, ребят, мы приехали в лесочек втроем, а до этого Макс с Антоном уже немножко покопали на другом месте. У них есть уже немножко находочек. Вот здесь у Макса советики до и после реформа. Особенно ранних нет. 52-й, смотрю, год имеется. Так, потом у Антона значок, его надо мыть, непонятно, что тут на нем изображено. Какой-то памятник, что ли. Вот такое вот кольцо без камня, какое-то самопальное. Прикольное, интересное. Вот такая вот маленькая обломанная ложечка. Зачет, Антоха, зачет. Какое-то мороженое повалку. Ага, да, такая вот конинка. И два советика до и после реформенных. А еще Макс откопал вот такую вот пушку в краске. Это ранняя какая-то игрушка. Прикольная вещь. Люблю такие вещи. И краска хорошо сохранилась. Надо будет по каталогу. Есть каталог игрушек старых, советских, металлических. Вот. Можно будет пробить, каких это готово, какой фабрики производителя. Ребят, ну может кто в курсе. Вот. Подскажите, комментарии напишите. Прикольная находочка, интересная. Зачетная. Ну все, ребят, мы в лесочке. Сегодня прекрасная погода. У нас сегодня 1 октября. Начинаем. Первый сигнал и первая находочка. Вот такая вот гильза. Маркировочка 1938 год. Вот такая первая находка, ребят. Вот такой вот лесочек чудесный. Прекрасная погодка сегодня. Нет ветра, светит солнце, потеплело. Днем обещают около 20 градусов тепла. Там вот комрады. Копаем. Комрады вот возле такого мощного тройного дуба. Вот один дубок. И здесь еще два. Прозвучал у меня четкий сигнальчик. Думал, что уже какая-то старая царская монета. А нет, оказалась ложка алюминиевая. Тоже хорошо звенит, зараза. Такая вот находка следующая. Мы углубляемся все дальше и дальше в лес. Сегодня у нас поход на дальняк, ребята. Втроем решили пробить дальние кордоны. Вот, ребята, там виднеется старая брошенная шахтенка. Так называемая дырка. А здесь, ребята, я нашел маленький схрончик шахтерика. Вот такой вот респиратор. Целая пика. И обломки. Вот такие вот находочки. Что тут? Ничего больше. Монет не спрятал он здесь. Колец золотых. Тут муравьи. О. Короче, ребят, ходим, бродим. Мы глубоко уже в лесу. Забрались далеченько. Да, Антоха? Да. Находочек пока так таковых нет. Там выше я поднял монеты 70-х годов, 10 копеек и трешка, две штучки. Вот. Сама, ребят, балка очень старинная. Находки на ней должны быть в любом случае. Просто, может, мы не попадаем. Их уже выбили, да. Выбить такие просторы лесные невозможно. Тут можно ходить десятилетиями большой толпой и так ничего и не выбить, ребят. Ладно, надеемся на удачу. Продолжаем. Комрады, Антон копнул сигнальчик, меня позвал, дабы посмотреть вместе. Ну, железо, возможно, старое, а может быть и относительно современное. Поэтому давайте глянем вместе. Только мне доставать? Ну, конечно, я тебя что звал? Ну и чё, ха? Что это? Ну, каванина, 100% тех времен. Видишь, как загнуто? Ага. Сейчас такое уже не делают. И проковано четырехгранником. Проколка. Какой-то рабочий инструмент. Это вот, скорее всего, там вот недалеко была поселушка, но она маленькая, ну как поселушка, стояночка, в общем, старенькая. Мы ее пробили еще несколько лет назад, находки больше не идут. А вот, скорее всего, это от них тут немножко еще что-то осталось. Да, Антох, это по-любому каванина старая, видно сразу. Угу. Ай, да-да-да, лучше бы, конечно, нак какой-нибудь или нож, сейчас, ну проколка найду. Тоже. Найдешь сейчас? Конечно. Все, сейчас Антоха найдет, ребят. Это вообще крупный. Да, ребят, здесь в лесу какого-то хрена оказался клен. Растет. Даже не один, несколько. Молодые клены. Вот они здесь, в округе.
Так хотел бы вам показать, какие огромные листья. Такие вообще в городе в жизни никогда не видел, блин. Таких размеров. Во! Ну вот. Вот рука, вот лист. Обалденный. А вот там вот, ребят, еще больше. Кленовый лист. Вот размер его. Ты какой-то прям мутант. Ой, бляха-муха. Долбанулся башкой. Ой, прям затылком с этим листочком. Вот, ребят, короче. Листик снимаю. Класс, бомба. Ха-ха. О, какой. Что там, братан? Так, пока я листики снимаю, Антон копает. Копает и копает. С телеги. Вот. Хоть какая-то движуха пошла. Да, это вот сюда ухналь забивался или гвоздь какой-то. Да, это что-то такое тележное. Они разные бывали. Видишь, обломался, скорее всего, вот здесь был длиннее пруд. Отпал. Антоха позвал, говорит, иди сними летающую тарелку инопланетную. Вот, ребят, смотрите, какой гриб интересный. Вырос на дереве. Вот так вот. Прикольный трутовичок. Старенький уже. Скоро отвалится, будет валяться здесь рядом. Так, ребят, у нас, считай, по голяхам идем в обратную сторону. Антон копает сигнальчик. Давай, Антоха, что там, цветной или черный? Болт. И в прямом и переносном смысле, блин. Вернулись мы с дальнего похода. Уже вот там вот недалеко машина вроде как виднеется, Антон кричал. И в общем, ребят, там нифига у меня. Да и у ребят тоже, в принципе, ничего. И вот здесь уже ближе к машине, получается, сколько километров намотали. Ну так бывает. У поисковиков так бывает. В общем, у меня такая находка, ребят. Это находка по старине, по реальной старине. Старые кованые вот такие вот щипцы какие-то, что ли. Скорее всего, какие-то щипцы были. Но это по кочевникам, может. А может, это какая-то соединительная планка такая. Ну, хрен его знает. Мне кажется, это какие-то были щипцы. Здесь вот такой гвоздь, две такие штучки, как зажимы. Да. И вот, видать, что-то ковыряли, сделали. Тогда люди тоже всяким разным занимались. Вот. Такой находки у меня еще раз до этого времени не было. Поэтому считаю находку интересной. Так как она древняя, старая, кованая. Кину на определение по датировочке, ребят. Потом вам подскажу обязательно. Потому что мне самому интересно. Но мне кажется, это средневековье. Скорее всего, средневековье. Фух, ну хоть что-то интересное нашли. Так, ну что, ребята, в общем, мы наш коп сегодняшний закончили. Да, Антоха? Да. Да? Да, да. Да-да. Вот, ребят. Короче, ничего мы толком интересного не нашли, поэтому сделаю я такое видео в конце. Коп-то состоялся, в принципе, но находки Антон привез с собой. Вот. Это все выкопано было, но выкопано было ранее. Вот. Хочу вам показать прикольные вещи, которые есть у Антохи в коллекции. Так, ребят, ну начнем мы, пожалуй, с наконечников, с бронзовых. Есть вот такой вот ночишка, но он с утратами. Конечно, лопастей у него не осталось, а может это брак прилитье. Хрен его знает. Антон, тут все твои, да? Которые ты нашел твоих бронзовые. Твоих же тут нету. А вот этот трехгранник, который Антон нашел на прошлом нашем выезде. Что-то вечереет, уже хрен фокусируется. Вот такие красивые наконечники еще у Антона есть. Это скифы, кемерийцы. О, какие классные, класснецкие. Вот этот вообще бомбовский, да, Антоха? Разве я его снимал? Я его до этого не снимал. Снимал? Снимал? Угу. Классный, блин. Я уж-то нравится мне, кто там шарится в лесу. Вот, снимал вот эту штучку, ребят. Сниму еще раз, может, кто не видел. Это с хазарского поясного набора. Вот эта штучка, это подвесик. И вот эта вот штучка. Антон копнул ее, вот, короче, я ее определил, это, бляха, я забыл, как это называется, ребят, сейчас, секунду, у меня есть записочка,
Это чумбурный блок. Это, в общем, с хазарского ремня штука. Вот. Ох, какая. Не, ну шикарная вещь, шикарная патина. Вот, смотрите. Вот так вот она на поясе. У хазарина, у алана какого-нибудь, у кочевника, в общем, висела. Так, еще по бронзе, по оловянистой бронзе, Антона, есть вот такое вот скифское зеркальце. Целенькое. В принципе, без утрат. Еще губы по нем красят. Вот. До сих пор Антон использует его по назначению. Антоха, ну что, как тебе видно? Так, и вот такое зеркальце. Ну это, блин, было вообще красивенное. На нем, видите, какая-то вязь или какие-то символы. Блин, сейчас фокус поймаю. Да. Но это всего лишь осколок. Крупный, но осколок. Ну вот, видно с этой стороны тоже. Оловянистая бронза. И вот такие вот наги кочевников железные. Вот, это уже они обработаны, почищены, вскрыты. Клеем, да, Антоха скрывал? Угу. Клеем ПВА пару слоев. Нормально, держатся. Нигде не сыпятся. Целенькие, вон, блестят. Антоха, все твои наконечники здесь? Один отмачивается еще. Один отмачивается? Дисцелянт. Вот так вот, ребят. В общем, вот такие находки когда-то Антон поднимал. Да? Да. Да, а сегодня мы почти ничего не нашли. Ну и хрен с ним. Коп состоялся, находки старые показал вам. Так что, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал. До новых встреч. Пока.